so much for doing this. Appreciate you being here. You have repeatedly and passionately denied that Russia was behind the interference with our American presidential election, including on stage at the St. Petersburg International Economic Forum. But as you know, the consensus view in the United States is that you did. Are they all lying? И не анализируют информацию в полном объеме президентские выборы в США. Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами. Никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет, ну, это вам лучше у него спросить, я думаю, что он вам скажет, что он тоже уверен в этом. Но когда мы с ним говорили... Let's move on. A special counsel has been appointed to investigate contacts between your government and the Trump campaign. You've said that your ambassador, Kislyak, was just doing his job, right? So what exactly was discussed in those meetings? Я когда это увидел, я просто рот открыл и глаза. No meetings between ambassador Kislyak. Понятия не имею. Говорю вам совершенно откровенно. Я не знаю, текущая работа посла. Вы что думаете, со всего мира или из Соединенных Штатов? Посол мне каждый день докладывает, с кем он там встречается, что обсуждает. Ну, бред какой-то. Вы понимаете, что вы спрашиваете или нет? Посол... Послушайте, у него начальник, министр иностранных дел. Вы думаете, у меня что, есть время каждый день общаться с нашими послами, что ли, во всем мире? Ну, чушь какая-то. Ну, просто очередная ерунда. Откуда у нас какие-то информации? У нас что, с ним какие-то были особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Ну, вы знаете, я с ним не встречался. Много к нам приезжает американцев. Вот сейчас 100, по-моему, представителей 100 компаний американских приехали в Россию. Appreciate it. Thank you to you.